все. У них есть одноразовые РПГ 8М136. Да, почти у каждого. Ой, блядь. На базе забирать кого-нибудь надо, суровый? Проси. Так, сильно не высовываемся, здесь туман. И мост. На 190 он прочитка. Ну чё, Хьюман там бетер будет как-то ханить? А у них техника есть какая-нибудь? Нет. Пузы, я не на бетере, и все машины разобрали, поэтому куда меня сейчас последний Урал доставит, туда доставит. Там пуста. Я на берегу, придём я на берегу. Ну давай стреляй, блин. Нет, на месте. Так, внимание, 190. Вот это вот... Это сейчас что было? Мыс. Слева от него, вон, бегут. Налево бегут. Бегают, вон, к морю, вдоль линии моря. Может быть, есть трассерный магазин? Трассерный магазин у кого-нибудь есть? Нет. Двое бегут налево от этого гребня. Налево уходят. Гамбару, двое. Гамбару из РПГ, дайте по правой иди. Стороне. Мы едем ШК, есть? Да, вижу ЧК, открывай. Вот так стреляй, блин. Там, берегу, там кто-то стрелял трассером. Посмотри в прицел. Бля. Нигде, правее, сейчас. Это моя. Что такое? Моя. Питер на 200 посмотрел, оттуда трассера по нам. 200. Включите здесь ветер боковой. В амбар двое как минимум зашло. Сейчас трогаю. Надо там ближе подойти, здесь ТБшный, если фигачит, он не разрушит отсюда. Ну блин, надо было раньше, когда они на улице были, сейчас бесполезно будем подходить. После моста стоит это маяк, за ним этот ДШК. Он с него слез. По берегу, по левому, ползет прям вдоль линии моря, блин, слева, блин, да, по мысу. Ну не за мостом, перед мостом вот этот участок, к нам ближе, скажем. Ой, хорошо. Почему пулеметы не попадают? Кто у нас пулемет? Кимон живы? Да, меня еще везут на Урале. Куда тебя везут? Мы уже давно приехали. Ой, все. Это РГО, что ли? Не, это РГО было. Надо подходить, короче, я думаю. Не, ну трясло минометом на юг. А почему звук РГО граната? Нет, сейчас трясло два раза, миномет стреляет. Так, я сейчас трассерами дам, где пехотинец лежит. Смотри. Сейчас я тут поставлю. Еще не вижу. В камнях. На берег. Там где-то. Он прям на берегу лежит. Да. Питер, я его не вижу. Вон трассер летит. Питер, смотри, откуда трассер летит. Видишь трассер? Да. Не вижу, слушай. В смысле не видит? КПшки об деревья сбивают. Вот, смотри, видишь, где трассер летит. Сейчас видишь. Что за ракета, что за взрыв? Вот, видишь трассер. Миномет. Спитер, а? Куда ты смотришь? Бля, у них же миномет есть. Я тебе говорил. А, да, вижу, я не знаю. Вот трассер снизу, видишь? Что да.
Да, там точно. Нет, Питер, нас туда далеко, километр. Юман, тебя закончили катать? Да, закончили, теперь бегу. Хорошо, потому нет. Что пулемет с другой стороны работает вражеский. Хорошо бы его подавить. Там два трассера летят. В камнях на другом там берегу лежит на дороге. У них только ландаки, обычные гражданские ландаки. Что за УАЗ? Возможно, свой. Я заблудился. В лесу УАЗ едет. УАЗ? Да все свои, УАЗ. Они выходить не могут. Не могут они выходить. Миномет поставил мед. Гад, позиция. Каркар 7. Там два пехотинцеля. Они до сих пор? Да, они работают на панелске. Срочно? Да, ну... Бомбари. Да, точно. Бомбари свои есть? А нет, стой. Да нет, бомбари свои, там атаки, я сам. Каркарыч, ты слишком далеко поставил мед. Да, я сейчас слишком далеко. Ё-моё, какую мы сделали? Пусть мед там на нас. Так, дали, как тут... нельзя увеличить? Я да, вот, понимаю, дал. Фу, да, нет. Бить надо, ничего. Там бар, ты чистили? Да мы даже не подходили к нему. Пойдем, когда подавят. Давайте через лево, через лево. Слева зеленка, а мы комбат спустимся вниз. Пышки летают по дереву. Я вот честно не вижу, кто здесь трассеры убил. Но я вижу, но я не вижу, кто. Ну я вижу их, но я не могу достать до них. А ты не по людям стреляй, а ты по направлению, просто чтобы они прекратили стрелять. Заныкались. Пофигу, значит, они это не чувствуют. Понял. Спускаемся слева, слева здесь, к зеленке. Как раз можно пройти будет к амбару. Почему я один иду? Почему же со всех РПГ по амбару пойдем? Ладно, ближе подойти, там он, чтобы он прошел. Я уже подхожу, вы где, ё-моё? Пошли, по-моему, что это работает. Мы левее вас. Я на этой прямой линии огня по амбару. Отсюда можно прямо сейчас пойти на амбар выйти, спуститься. Что, собственно, я вижу? Крышу постреливать? Нет. Частично. Я уже пошел. Пускай с камбару. Минометчик, я вижу, что место я не вижу. Свои, это дешевый, не различаю. Ну. Убегают, убегают, убегают. Беттер, беттер, по нашему берегу, по этому, по шейку, к мосту двое бегут. К мосту прямо. От нас убегают к ним бегут. Вот, почти подошел к амбару. Вижу хат. Нашел. Долбит вам балку или нет? Только балку бежал. Не побежал. Ой, уже не надо, не надо уже. Давайте ТБшкам подойдемся. Дальше бегите, просто и все. Как Карыч, Саша, попереди, отходи назад, я в окошечко кину гранату. Я вижу хаммер. А нет, нет. Может отойдете все-таки? Сарай свои. Рядом с сараем. Ой-ой-ой. Денис, давай лучше ТПшку туда. Ой, это сарай, походу, башни. Отойдет меня. Кидайте, кидайте. Сейчас отвлекаем. Отвлекаем, за сарай. Что за 4 на стену клеишь? Пойду за ТПшку, пока на башню. Башню, смотри, ну, блин. Питер, нам подниматься? Мы отсюда никуда не уйдем, думаю. Что с вами? Аминь, 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 кстати.
правая шапа нам работает, мы возле амбара. Сейчас в окно попробую сейчас. Зараза. Право на берегу сидит, прям вылазит на берегу. Опять там кто-то есть. Вы вам бомбари еще, да? Да, мы к штурм. Не сдам, я вот там ты говоришь. Нет. Да, есть в амбаре, мы тут у кого-нибудь лечимся. Сейчас будем штурмовать. Там ФСБшник. Я к амбару прибежаю. В амбаре ФСБшник или что? Да, там ФСБ. Со стороны не подошли, со стороны ходите, мерцают-то. Они меня ранили прямо с берега, с которого рядом с нами. Я так, сильно. Ой, пацан. Там свои же выгоды возле амбара. Да. Блин, свои стреляют, свои. Наверху, наверху, наверху. Далее. Попробуем закончить. Картошка в борт стрельна. Они сразу убьют. Я вообще вам... Так дофигища. Где там бар? Что это сейчас было? Граната ручная, она. Я мирно делаю. Что это за булраш? Зарграш. Намбар? Да. Мы такие, блин, ФСБ, сидим у нас раш, я вижу карточку. Ты прицар, ты не под разу открылся? Да, мне одно попадание как-то, я даже не понял откуда. У тебя просто появился, что может быть еще живой. От такого бы я бы не выжил. А кого спасибо? Я, кстати, кинул гранату такую, прям хорошую гранату, никого не задел, были. Это все с бочины куда-то сбежали в это время. Ну, сам плагин отключается, да? Нет. Как ты сказал? Ты в рацию больше не сидишь. Я могу говорить, то есть спокойно, да? Она включается, как плагин сам включается тогда, когда игра начинается. Ну, еще миссии будут, нет, Паш? Естественно. Какая следующая? Какая-то там по расписанию, не помню. У меня такая прикольная вещь. Я наше отделение так нашел, которым ФЗ командовал, и меня застрелили в итоге. Твои же? Я не знаю, свои или чужие, но... Они задумаются БТР забрать? А, тебя убили? Давно. Форт, картошка. Реально? Да, я умер. Слушай, из РПГ-хи по тебе попали? Один минут. Никак. Причем БТР цел остался. Странно. Просто они так обнаглели, они стояли возле пары и просто орали голосом. Они разговаривали.
Да это картарис, блин, я ему говорил, не... Они вот с другого берега стреляют, подавляют, не подавляют, хрен пофиг. Скажи, это ты на ударе упал? Нет, я стрелял за стену, что-то было. Ну это есть огромное, да? А, ну ясно, да-да. Они не пройдут через. Так дофигища подавляющих. Стрелял в левую стену, я вылез с правого стену. Да я видел, да. Потом закончил. Я тебя убил, но рожок маленький. Магазин. Я поэтому вылез. Почему мне свои ноги отстрелили? Я хотел гранатами ему закидывать. Я так прошел, гранат кинул одну, вторую, но мне ноги отстрелили. Я буду спать. А он в кустах ползает. Я у этого. Бедняга Иванович. Ему вообще изначально с ногами что-то случилось. Ноги, ему да, реально сначала ноги с ногами ползают. Я убил хоть кого-то в амбаре сейчас. Наверное, вроде. Что я там? Вот как меня одного ранил? Хорошо так пишем. Ну чё, он ворон. О, Иванчик. Всё, Иванчик. Иванчик прямо как-то отбросил. Командики. Вот как ворон выжил? Я в него, блин, всё выстрелил, что было. Куда меня убили, я не понимаю. Стрельба со всех сторон, непонятно. Мне, блин, все так орут, куда ты идешь, комбары, давай по мне стрелять. Вот где, откуда меня убили? Я не могу этого понять. А, слушай, тебя видно хорошо со стороны крыши комбара. Когда никто не смотрит, не убивает. Это говорим, надо туда смотреть. Интересно, были я к ним? Корвус говорит, я смотрю туда, смотрю туда. Нет. Там ползают спокойно. Я понимаю, но у меня только одна пуля прилетела, а не несколько. Ты себя видел? Ага. У тебя уже 5 на тебе было. Видите офигительную историю? Да. Как классно у них все в амбаре происходит. В армии 3 утром поставил реалистичное управление вертолетом, взлетел, оторвался задний хвост и я разбился. Он разве может оторваться? Я не знаю как, просто взлетел и сразу красный хвост. Наверное, долбанулся в ветке. Реалистично же. Там. В амбаре можно прям хоть фильм снимать, не там это сражаться. Более того, я на всей зоне взлетал. Надеюсь, ворона не спасут, вот очень надеюсь. Ворона спасут. За этот ангар всегда война идет. Вообще, если бы меня Дартнес не придавил, я бы еще повоевал там. Вот надо, так надо, я не знаю, я понимаю, что я гранату закидываю в амбар, блин, меня свои убивают. Я им говорю, не стреляйте по мне, нет, все равно ноги перебили. Я туда заполз и двоих ранил. И то, если бы этот там из-за угла, не знаю, не помню, кто вылез. А бетер выбили или? С другой стороны кто-то да, выглянул, да. Я бы, наверное, всех перебил. ФСБ. Картошка вообще нас не крывает, вообще. Картошка только кукарекал, ничего не делал. Да, блин, реально, смотрит там входы, ни хрена он не смотрел. Да он не смотрел, он вишечку поджал, соку спрятался. Ну, вот прям, прямой вид, вот если он посмотрит сейчас в ангар, вот сейчас посмотрит, он там, через кусты увидит противника. Я и убил бы его сейчас. Вот. Боится человек, ну чё? Нет, он просто в боях хочет вступить и передаст доникам, там, короче, куражится. Типа, вот я вас прикрою, там могу помочь. А ты сам делается, сидит и... Прикрыть в бои вступать. Брать и обмазываться. Я, кстати, спрашивал у вас до этого, у вас... У вас доник ожил. У вас доник, типа, меня возьмут в бое и начнут спросить. Мне интересно, он сказал, он что-то прям промязывал, типа, а я там за тобой не смотрел. Вот я эти кусты имел. Это Декфор что, в воде, блин, еще ВЭТка не летит на 500 метров, она только на 350. Что? Тебя картошка смаслил. Ага. Спидер. Что? Спидер?
Да, я посмотрю. Не, меня убили кусты. Спитер, все, опущенный. Картошка сейчас стрелял. Я тебя не слышу, блядь. Все. Нет, картошка теперь будет. Да, картошка будет убил. Вишня стоит в кустах. Да картошка ничего не сделал, он, блядь, крысится в ней сидит, ни хрена не делает. Нужно обвести тепловизоры. Ой, все, с Доника слили. А там человек убил кого-то там? Да как ворон живет еще, не понимаю. Ну я в него обойму высадил. Ну какого хрена он раненый? Ну его не могут полечить, видишь? Вообще не могут. Да там медик рядом с ним, все они ему сделают. А, блядь. Сейчас они ему, я тут сосуд кровь перелью, и все нормально будет. Доник. Че? Все, ты картошку должен брать в этом в бое. Че? Он двоих убил и еще эту Спитера говно убил. Меня убили кусты, понимаешь? Я убил только голову. Гей-парад. Спитер, ты все, ты вообще позорный. Позор. Гей-парад нас где? ФСБ. Картошка. Я был один, вы все слились. Тебя убил картошка. ФСБ, ты был один на один, Какой один на один? Я вообще не был в амбаре. Ну, слушай, я вспоминаю тогда, когда было 4, а я был один. Картошка, меня убили кусты, потому что картошка стоит в кусте, все, его не пробить. Я не вижу его ноги. Хотите узнать, сейчас скоро испытать убить Вествуда? Я бы за такое банил. Что я сделал тебе? Я твое дерево просто начал нашивать, и все, я там не кидал. А прикинь так. Я не знаю, я просто не дарил. А с Доник? Почему Торос пытается убить Вествуда? Ну, это пока ем. Чего? Где ты был? Как ты сказал? Картошка вообще не смотрел на. Вообще. Я смотрел в ты понимаешь? Вообще не смотрел, прям ноль. Корус смотрел с южного входа. Ты даже не выглядывал. Вообще не смотрел. Я сначала смотрел. Картошка смотрел, когда не было. Смотрели, короче, и чисто в мониторе такой парень. Парень такой ходит, и ты такой смотришь, на него не видишь. Понимаешь, когда вы. Картошка, давайте тушиться все. Ладно, я свою. Мы все любим арму. Мы любим арму, текстуры армы. Спитер, тебя убил картошкой, ты вообще все. Молчи. Да. Крахмал убил. Хуже этого ничего не может быть, да? Я убил около дерева, он там лежит за ангаром. ФСБ, а ты как умер? Что так рано-то умер? А меня, короче, по-моему, убил. Ну, ФСБ, ну ты слился, тогда молчи, и все. Я тоже, короче, видел. Я гранату закинул, меня что-то убивает. А кто в Беттере был? Спитер, тебя убил картошкой. Картошка молодец, он убивал кого-то. Я тоже убил. А кто в Беттере был? О, Беттер Зет. Спидер, тебя убил картошка, ты... Ну и что? Картошка много кого убивал. Все, из-под шконки, все. Нет, картошка много кого убивал. Спидер. Что, ворон еще живой, что ли? Мы его не бросили. Смотри. Какой-то Джек. Нифига, а чё Джек это не сядет, не поможет? Какой Джек? Какой Джек? О, Джек Аллен, бот. Это бот. Это чего? Вообще там кое-то. У него там 3 сушки, он им не помогает. Почему он не сядет, а у него сушки? Какая разница, почему? Почему он здесь не сядет и не полетит? А вот там включение-то, да? Даже британец, там будет столбение, ты понимаешь, что надо нажимать. Ну чё, отвертку не можешь найти? Да какие кнопки нажимать, он не знает. Пью, блин, чё там? Пью. Жизнь так же пью, да? Естественно. Нажал, жизнь, да, ты нажал, да, но не видел.
почему я хотя бы на выстрелы пусть бежит? Почему нифига вообще бесполезно какой-то бот, давайте я подниму. Да иди же. Давайте его забанить. Не знаю, на кого он стреляет. Опа, где Бэсл? Чигар, тебя убил, блин. Спидер, тебя убил картошка. Ну, а тебя кто убил? Карыч. Зашквар. Нет. Зашквар. Нет. Зашквар. Под шконку. Сейчас миссия закончится, там будет написано, кто кого убил. Спидер под шконку. Ну, в итоге всех окажется, что убил картошка. Это да. Спидер под шконку. А то, что я бетержок, мне людей стреляет, он так подбегал. Ему отлично. Было все равно. Ну что там у фронтовой? О, Карыч, он очень тяжел. Они в самом конце, когда уже известны позиции противника более-менее. То что самому умный, больше... что ли? Ой, вот там, у этого опять читает причем, смотри, убивает всех. Он опять тут, да, читает. Где у нас миномет вообще лежит, стоит? Сметана мусор сжигает. Да. Все раненые, блин. Или нет? Ну, блин, чуть-чуть осталось. Нифига себе, чуть-чуть еще мог строить. Не, я про убификс. Две пули уже попали, он еще живой. Да. Он до этого раненый был. В меня в этот раз, по-моему, 6 пуль влетело, если не больше. Я еще живой был. Вон до сих пор живой, как он меня напрягает. Когда он уже кончится? БТР? Ворон! А? Мне обидно, его обойму в него высадил. Обойму, обойму! А его, наверное, кровь остановили, а морфин в кого-то не смог. Они там со всех полигонов стреляли все время. Блин, а кто выглядывал из амбара с тобой двери, когда я заполз? Всю малину мне испортил парень. Спитер, это окажется, что это... А чем я две каски, я не понял. О, ну наконец-то, наконец-то. Запасная. А, да, да, есть, там Вэлк подобрал. Вэлк, какой-то... Ты даже если свой лчок от себя выстрелишь, ты не берешь. Ой, кажется, что Вэлл перезарядил, потому что он ужасно. Куда стреляет? Да, если хоть как выше не бери, все равно он не летят сколько. А, 45 градусов. Вообще, они вообще в воздухе взрываются. 500 метров, через 500 метров они взрываются в воздухе, я понял. Надо, не знаю. У меня вот эта система ликвидации полета снарядов в воздухе вообще подбивает. Мне сейчас написало, что когда залез на рюкзак. А, ну в реальности они тоже взрываются в воздухе? Сметана поможет вопрос. То есть они падают в землю? Знаю, знаю. Это чтобы люди, знаешь, в воздух не стреляли над собой, потом снаряд не падал на них. Наоборот, классно было бы. Просто СПГ можно использовать вообще как реально артиллерийское орудие, если нормально пристрелять. СПГ, он, по-моему, тоже взрывается, не? В реальности, не блять, в армии. Так если да, в реальности РПГ тоже можно... А чем реальность от армии отличается, поясни. Оккупант, все? Сметана, походу, все. А, я понял. Я помню, с Гонза бегали тоже там же. Пока я говорю, что мы слева, а он говорит, нет, мы здесь. Оккупант вообще... Оккупант опять потерялся. Чё-то не помню, чё. Ну всё, Карыч нарвался. Ещё выцеливает кого-то так внимательно. Странно, он должен был... Вест, вот скажи, а чё тебя Корвус пытался убить? Не знаю, БЕ просто. Ребята, смотрите со стороны крышного Корвуса, я смотрю. В итоге три человека проползли, блин. Короче, вечно на бойтат садится или что там? Так, сметана затащит. Как он его не слышал, может быть, стрел принес. Или нет? Он переплыл? Они его не он отложен.
Но они явно не ожидают, что кто-то крипнул. Я ему карыч хлопну. Да, да, да. А я, кстати, КВП со спидом расплакал. Чё? Прям перед сметаной видели, сейчас наверное. Интересно. Сметану видели. Сметану тоже. РГД для лохов. А, блин, это короче прикрывает. Все, сметану побегу. Нога, нога, нога. Шевелится. Сколько? Еще нужно, и ты еще живой лежит. Нет, мертвый. Да не. Не, живой. 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 А вот сейчас нет. Теперь. Ну, жесть. Сколько он попал? Да это ноги, слушай, у меня в домах ноги вообще как не проходят. Там 0-1, 0 типлет. Че, все, сметана сейчас не, победит. Это не ноги, это протезы, да. Костыли. Щекотно просто становится и все. Качка такой, кинул гранат, туда и забил. Напишите сметание в стиме, чтобы по берегу обходил, не тупил. Это не неправильно. Да там же человека дальше по берегу идут. Ага, уже написали. Не, ну его сильнее надо по берегу брать, так что... Тут человека перед ним, слушай, еще. Сейчас напишут, но сильнее берет. Банзан, напишите, чтобы шел по северной части берега. Очистим ему путь. О-о-о, Банзай увидел? А нет, конечно. Как он его убил? Ну, башка торчала. Третьим оком. Он, в принципе, может его уже услышать. Слушал. Качекан его слышит, качекан. Вон, видно же. Куда он поворачивается? Жопу ему показать такой цели или чё? Сучка, я ж тебя слышу, падла. Кого ты, падла, услышал? Не знаю кто, но у меня все равно руки перебили. Спитер, ты что тут делаешь? Тебя забанили, иди на. Корвус, а почему ты стрелял по выстрелу? По выстрелу? А, Корвус. Паша, ты слышал наше слово? Послали на три буквы. У меня все записано, могу послушать. Кстати, Ворон так и не пропнул, короче. В течение минуты можно просто. О, так Ворон уже истек наконец. Ну. Конечно, обойму его выпустил, обойму. Сметана вообще. Это точно Кочегада Банзай. Банзай, но... Кочегада вас слышит, Кочегада. А, что, успели, что ли, вообще не попал? А нет, попал. Ну ладно. Ворона жалко, лежит, ему больно. Кто не помогает. Сейчас, короче, всех покромсает. Сейчас это Ворон начнется и все. Сейчас я скайп, что хотите. Не, сейчас Карыч сольется от Жорна. Карыч не сидит в стиме. Сейчас он выглянет, если с правой стороны ему прилетит. Да, жирного. Я писал, что там уже есть. Что Купан там делает? Все, прилетело. Че, он живой еще, что ли? Красава вообще. Он еще и мой пулемет спиздил, гад. Стой. Окупант понимает, где война начинается. Да. И он со собой еще снаряды, что ли, несет для РПГ, я не понимаю. Да. Че он так... А че он там делает? Воюет. Ну заблудился. На войну идет. Вот он давно лежит. Че, начали амбар штурмовать, он так и лежит. Обе ноги перебиты, да? И оружия нету. Ой. О, Ворон сдох? За... Нет. Да ё-моё. Когда мы на МТВ-ре на Такистане ехали, оккупант сказал то, что отойдет сейчас. Он, походу, только сейчас пришел. Он правильно бежит? Он должен что-то выкидывать или нет? Нет. Он, собственно, это понимаешь, что он снаряды донесет. Типа поможет как. Так вы ж Ворона лечили, что нужно. А это, кстати, может быть текстурка такая просто. Лечили, я тоже зашел за слот гранатометчика. У меня был типа рюкзак гранатометчика, но этого рюкзака, блять, не было. Блин. Я хотел сказать, блин. Я так думаю. Кто лечил Ворона? Не знаю, лечил Ворона. Первый раз даже на сегодня они лечили.
Паша уже походу пару рубать, потому что остался. Да-да-да. Сейчас оккупант добежит. Обе, все, надежда наша, обе. Нет, просто реально. Оккупант дезертировал, ворон течет, а обе хит только хрень стреляет. Оккупант не дезертировал, он просто отходил. Кристалл, вот это насиловали, так ноги лежат сзади, сразу сразу. Ноги, он как змея, греется. Походу там тоже и делали, если вы не полетели. Махнули, чел, крайне все время. Долечивают люди. Ага. Так он еще играет. Дорубите. Донбасские войска или донецкие. Или что там эти? Да мы сколько там, через сколько миссий получается? Да, не порежут, да. Да давайте подождем. Да нет. Давайте скажем, мой пусть он КНВ заползет и мы на пол ставим. Он смотрит с бинокля. Мощь его сейчас отработает, видишь. Че, он Джордана засек? Да. Да. Так вот сейчас. У него трясет, никого не засек. Так, у него есть и ГПшки, ему пофиг. Тут ветер сильно, само ветер долетит. О. Вообще так долетел на полпути. Настолько? Джордан что-то знает. Это вообще назад. Себя. У него там чек 50 метров что ли стоял? Да нет, ветер вообще слишком сильный. Да, ветер сумасшедший. Ветер на ГПшке же не действует. Я на 9 он на ставил, все действует. Не знаю, сколько раз стрелял с ГПшек, ни разу не действует. Где? Ну обычными пулями уже постоянно. Ну тут. Он у него руки, ноги сломаны, у него вообще никак не полет. У него руки трусятся, еще и он еще такой, и сильнее стреляет. Он только ведь пока действует. Подбегать он не будет. Он не будет не писать. Только по бокам действует. О, Джордан он раньше засек. Будь он хороший, он меня не убил, когда я полз. Не, ну в принципе, если стрельнуть перед деревом, пуля облетит. Вот что ты мне тут про фильмы говоришь, блин? Че ты мне тут про фильмы заливаешь? Я еще один патрон ногу положил без сознания. Да. Обе еще живой валяются, после тех попаданий. А нет, что не так с этими фильмами? Все работает. Фильмами? Подожди, оккупант половину пробежал. Да рубайте. Да он сама добанется должна. Паша, можешь там через консоли оккупант у УАЗика спаунить? Или... Там плюс 100. Я хотя бы Т-80, Т-80, он внутри сможет пересаживаться, вообще норм. Не, ну Т-80 это слишком. Это слишком. Ну чё, оккупант.